За ініціативою гуманітарного штабу Ріната Ахметова «Допомогти вижити». Ми поставили дітям прості запитання. Що потрібно для щастя? Мамо, тата, браті, сестри. Що є у кожного чоловіка, це деньги. Що в тебе є для щастя? Тільки мама і папа. У мене є друзі. Дом. А якби твій дім зник? Жили б на вулиці, грязні були. Я би себе плохо чувствував. Не хотілося б жити. Що робити, якщо людина залишилася без дому і сім'ї? Стати їм другом. Якийсь одяг приносити. Приложити їй якусь вкусняшку. Хто має цим людям допомагати? Зрослі. Це може бути любой. Всі люди, які є на землі. Більше 500 тисяч дітей за лінією зіткнення потребують допомоги. Діти розуміють. А ви? Выжить на прифронтовых территориях. Село Бугас на Донбассе находится на линии соприкосновения. Большинство жителей здесь пенсионеры, которые не имеют возможности переехать в более спокойные населенные пункты. Помощь в Бугас привезла бригада мобильных волонтеров гуманитарного штаба Рината Ахметова. Репортаж Татьяны Блиновой. В селе Бугас Волновахского района Донецкой области проживают 1500 человек. Около 200 из них – переселенцы. Когда были активные действия, это было в прошлом году летом, значит, было очень много переселенцев. Было порядка 500 переселенцев. Донецк, Макеевка, Иловайск, ну и Снежное, и Антрацит, и... В общем, в основном Донецк. Бугас расположен на линии столкновения. Добраться из деревни куда-нибудь непросто. Транспорт ходит с перебоями. Поэтому именно сюда бригада мобильных волонтеров штаба Рината Ахметова привезла людям гуманитарную помощь. В такие районы очень проблематично доставить продукты питания. А тем более в таких районах оставались люди, которые не смогли по каким-то причинам уехать. Либо возраст, состояние здоровья. Тоже хозяйство какое не было. Поэтому такие наборы им очень-очень-очень нужны. Федору Ивановичу 96 лет, 40 из которых он проработал учителем математики в местной школе. Как ветеран войны, размером пенсии более-менее доволен. Но признается, большинство его односельчан нуждаются в помощи. Люди нуждаются сильно. Это я еще получаю более-менее большую пенсию, а люди получают совсем мало. Куда им деваться? Ну, спасибо Ренату за то, что он делает. Я слышал, он много делает. Молодец. Мы благодарим его. Основное количество местных жителей тут – пенсионеры. Экономить уже привыкли. Продуктам обрадовались. Но наиболее приятно людям было то, что о них помнят. Мы сейчас находимся на линии фронта. И вы думаете, кто-нибудь на нас обращает внимание? Кроме Ахметова. Никто. Мы не нужны. Мы заброшенные люди. Я спасибо говорю, что уделили нам такое внимание. Понимаете? Ежемесячно мобильная бригада выдает 5000 продуктовых наборов для жителей труднодоступных сел вдоль линии столкновения. Волонтеры утверждают, потребность в гуманитарной помощи растет. Поэтому в штабе Ахметова приняли решение увеличить объемы помощи для жителей прифронтовых населенных пунктов. На данный момент мы уже второй месяц подряд планируем выдать 7 тысяч продуктовых наборов. Я думаю, что мы пока остановимся на 7 тысячах. Вот в октябре мы их запланировали и будем стремиться к этому показателю. За время работы штаб Рината Ахметова выдал более 4 700 000 продуктовых наборов по обеим сторонам линии столкновения. Татьяна Блинова, Николай Осиченко, Владимир Конопля, телеканал «Донбасс».